10 февраля в Самаре почтут память сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день с 8 до 12 часов будет ограничено движение транспорта по улице Пионерской от улицы Куйбышева до Степана Разина. Данная ограничительная мера не распространяется на городской общественный транспорт и спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Кроме того, с 8 часов вечера 9 февраля до 12 часов 10 февраля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по улице Пионерской в границах улиц Куйбышева и Степана Разина, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Еще об одном ограничении пишет телеграм-канал городского департамента транспорта. 11 февраля в связи с проведением всероссийской массовой гонки «Лыжня России» с 5 утра до 16:00 нельзя будет проехать по Красноглинскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, по автомобильной дороге на кладбище Лесное, на участке от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. Телеграм-канал администрации Советского района приглашает жителей, переболевших COVID-19, на диспансеризацию. Углубленная диспансеризация направлена на выявление постковидного синдрома и других последствий коронавирусной инфекции. Пройти ее необходимо не ранее, чем через 2 месяца после перенесенного заболевания и выздоровления. Обследование можно пройти в своей поликлинике. В Октябрьском районе Самары продолжает работу автобус здоровья. В центре здоровья, 4-й горбольницы, жители прошли профосмотр, получили результаты скрининговых обследований, проверились у окулиста, сделали ЭКГ и получили рекомендации врача-терапевта. По всем вопросам можно обращаться в отдел по работе с населением и общественными объединениями по телефону 334-04-24, информирует телеграм-канал администрации Октябрьского района.